Приветствую вас, сразу хочу сказать, что я не буду раскрывать никаких подробностей вашего текста, вашей истории, вот, ну, потому что это, во-первых, не особо влияет на психологическую картину, вот, вашу, а во-вторых, я понимаю, что вам, ну, может быть, важно оставить это в тайне. Речь о вашей неуверенности в себе, о глобальном непринятии, обесценивании себя, речь о сравнивании себя с другими вообще людьми, другими, в данном случае, девушками, женщинами, вот, речь о том, что вы боитесь одиночества, и речь о том, что, что вы вот в глубине души хотите, ну, хотели бы, чтобы человек вас все-таки бросил, чтобы человек все-таки показал вам, что вы не ценны, что вы не важны, ну, то есть, грубо говоря, подкрепил ваши подозрения. Вот. Значит, ревность — это страх одиночества, вот. Ну и, как бы, в контексте вот того, что вы, на мой взгляд, боитесь конкуренции с женщинами, ну, ну тут, как бы, много очень это определяет, на мой взгляд, вот. Ну и вот, соответственно, отвечая на вопрос по поводу того, что делать, да, работать с чувствами, с вашими, работать с принятием себя, работать с гармонизацией ваших отношений с вашим мужем, вот, ну и, собственно, с раскрытием того, что вообще для вас, вот, ну, что вообще для вас нужно, что вообще для вас важно, чего вообще вы хотите, вот, то есть как-то вот туда, вот, как-то вот в этом направлении, мне кажется, вам имеет смысл двигаться, вот. Я бы сказал, что присутствует у вас такое вот чувство стыда, вот, присутствует чувство стыда у вас. Возможно, есть чувство вины, вот, это всегда про отстаивание личных границ, точнее, про неотстаивание. Личных границ, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, как следствие, да, такой вот негатив, такая вот очень негативная история. На мой взгляд, исключительно на мой взгляд, вот. Это то, что я могу сказать. Вот. Значит, ну все, в принципе, на этом все, да. То есть, если вы готовы работать, давайте будем работать, выбирать себе психолога и, собственно, начинайте работать
с психологом, начинает работать с психологом. А если у вас нет желания работать, да, с психологом, то в таком, опять же, случае определите, чего вы тогда хотите вообще. Вот. Вот это, мне кажется, очень такая важная история. Такой очень важный, мне кажется, момент. Вот. Для вас. Для вас. Очень важный момент для вас. Вот. Ну и после этого уже можно будет решать, решить для себя, чего вы хотите, что вам нужно. Такая вот история, так вот я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете, ну, сейчас, вот, не раскрывая, да, не раскрывая при этом деталей вашей, ну, вашей ситуации, да, потому что я понимаю, что это довольно такая интимная история. Вот. Но я при этом очень хорошо отдаю себе отчет в том, что вам очень стыдно за свое поведение, очень стыдно за свои желания. Я отдаю себе в этом отчет. Я не считаю, что вы в чем-то виноваты. Вот. Я не думаю, что вы в чем-то виноваты. Ни в коем случае не думаю, что вы в чем-то виноваты в этой ситуации, вот, но, тем не менее, вот, в принципе, то, что я мог бы, наверное, вам сейчас сказать, наверное. А вот так, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я бы сказал, что вы слишком много оцениваете. Я бы сказал, что слишком много вы пытаетесь оценивать, ну, с точки зрения, вот, опять же, да, с точки зрения правильно-неправильно, вот, как это часто бывает, ничего хорошего в этом нет и быть не может, вот, ну, просто потому что. Просто потому что это всегда только вред. Вот. Вред именно для вас. Именно для вас вред. Ну а дальше уже. Что делать? Как себя вести? Как поступать в этой ситуации всей, в целом, вот. Я думаю, вы решите сами, в принципе, вот. Я думаю так.
Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. В принципе, на этом можно мой ответ завершить. Я очень надеюсь, что вам это было полезно. Я очень надеюсь, что вы для себя что-то вот прямо новое увидите. Вот. Я очень надеюсь, правда. Я хотел бы, чтобы вы что-то для себя нового открыли в этом контексте. Вот. Выбирайте специалисты, начинайте работать. Вот. Все, в принципе, корректируется. Вот. Все корректируется, никаких вообще сложностей и проблем нет. Вот. Так что все поправимо. И все решаем. Более чем. Вот. А также я обратил бы внимание ваше на оценку, самооценку свою. Вот. На, возможно, степень реализации того, что вы делаете, того, что вы хотите, того, что для вас важно. Вот. По крайней мере, я так вижу. Я так вижу, такой момент я вижу. Вот. То есть мне кажется, что можно этим тоже, этот момент можно раскрыть. Такая вот история, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи и надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.